Мадюрадам – всемирно известный парк, расположенный неподалеку от Амстердама и знаменитых тюльпанных полей. Это отличное место для знакомства со всеми достопримечательностями, которыми славятся Нидерланды. Каналы, остроконечные дома, сырный рынок, дворец мира, королевский дворец на площади Дам, кафедральный собор, дома на воде. Миниатюрный город предлагает своим посетителям самые яркие голландские ландшафты в масштабе 1 к 25 в окружении красивых цветочных насаждений. И уходом за макетами занимается штат из 35 человек. Работа над некоторыми экспонатами занимала до 4 лет. Макеты изготавливаются в основном из пластмассы. Для зеленых насаждений мини-города используют настоящие растения. Мадюрадам был построен в 1952 году, и с тех пор его посетили десятки миллионов туристов. Это не только туристическая достопримечательность Гааги и Нидерландов, но и памятник жертвам войны. Миниатюрный город назван по имени Джорджа Мадюра, студента юридического факультета из Кюрасао, который боролся против нацистских оккупационных сил. Парк открыт после реконструкции в 2012 году и работает ежедневно. Цена входного билета для взрослых – 14,5 евро, для детей до 12 лет – 10,5 евро. Кстати, некоторые туроператоры предлагают туры в Голландию, в которые уже входит бесплатный билет в парк «Миниатюр». А добраться до Мадюрадам можно на трамвае номер 9, который следует от центрального вокзала Гааги в направлении курорта Схевенинген. 6-я остановка. Проезд на трамвае – 2,60 евро.